Следующий обзорчик. Здесь вот такой вот пазлик напольный. Пиратская тема. Вот такая вот картинка у него. Он достаточно большой. Вот 52 на 83 сантиметра пишут. Здесь для изучения алфавита английского животными вот такой вот пазлик. Дальше для малышей наборчик новый ванную. Здесь кит и маленькие китята. Вот такая большая поняшечка. Куколка. Куколка что-то делает. У нее здесь отсек есть. Глазки спящие. Что-то она, наверное, разговаривает. Забавный вот такой жирафик. Он резиновый. Его можно в разные стороны гнуть. Так, здесь обруч. Здесь вот такой вот... Я так поняла, пазл принцессы. Здесь вот крутишь и... Ой, ты, боже мой, все выскальзывает. Крутишь... вот они пишут картинки. Видно, какие можно собрать. Скролли пазл. То есть все принцессы. И вот здесь вот, вот таким образом собирается картинка. Вот прикольно, никогда у меня такого не было. Интересная штучка. Дальше куколка Эльза. Тоже волосики надо расчесать, платьички. Здесь какой-то наборчик для динозавров достаточно большой. Вот они пишут 90 сантиметров, ничего себе. Там дождь на улице, Максим, куда? Вот тираннозавр Рекс, и вот они пишут, ничего себе. Ну... Нет, не надо, у тебя сопли, нельзя. Максим! Нет, нельзя. Вот. И вот такой вот получается. Это... Я тебе сейчас дам. Дальше. Что тут? Вот такое. Вот здесь не знаю, что это. Какие-то карточки внутри. Вот. Здесь что-то вот про телефон написано. Надо смотреть в интернете. И язык какой-то не для немецкий. Поэтому я не совсем поняла, что это такое. Что еще для малышей? Вот такая здесь какая-то интересная. Она вот так раздвигается. Зеркальце. Маска. Здесь еще какой-то наборчик. Мелкий, наверное, с досточкой. Здесь вот от Orchard Toys лото вот такое. Здесь... Куколка вот Китай. Это вот надо посмотреть, запускалка должна быть. А это вот Вол еще. То, что был прицеп, вот не знаю, это или отдельное. Но Вол тоже, они очень качественные. Здесь вот целый набор пасочек тоже. На них такой всегда ажиотаж. Потом ракетки. Так, стоишь. Ракетки вот для малышей, подвесочки. Макдональдс серия, вот смурфики. Такая вот прикольная погремушечка для куколки, скорее всего. Это спорт, это щитки. Это троллики. Их, кстати, было много фигурок. Вот кто-то меня еще спрашивал за королевских питомцев. По-моему, это вроде эта серия, насколько я помню. Для малышей вот такая. Так, это для лошадки. А это кто такой, боже мой? Это, по-моему, манчини. Как-то так их называют. Боже, какая прелесть. Так, что тут еще? Этот дядечка что-то без ноги. Вот поняшки еще. Вот для бэби-борна тарелочка. Вот такая вот какая-то металлическая. Ой, металлическая, керамическая. Это вот набор колечек. Вот разные эти прикольные. Так, троллики. Вот такая вот поняшка. Здесь что-то. Так, ну, вроде больше часть показала.